«Энергия жизни» снова в эфире. Сегодня мы с вами покажем зарядку для плечевого пояса. То есть мы с вами уже умеем разминать спину, умеем вставать с кровати правильно, чтобы вам было комфортно. Сегодня мы разминем плечи. Многие жалуются после сидячей работы, что у них болит шейно-воротниковая зона. То есть сейчас частая проблема, что есть вдовий горб, как это называют, то есть жировой нарост из-за сидячей работы. То есть посмотрите на взрослых, сейчас на подростков, положение рук и шеи. То есть вот они все время либо в телефоне, либо в компьютере. За счет этого кровообращение нарушается, и у нас ограничивается подвижность плечевых суставов. Многие люди не могут уже поднять руку, вывести ее в линию с плечом. То есть наша задача научиться именно разрабатывать плечи и поднимать руки правильно. Если вы поднимаете до этого положения, подходите, опираетесь о стену и тянетесь руками, вводите за спину. При этом вы контролируете корпус. Пресс у вас не должно проваливаться. То есть руки уходят, корпус остается в линию. Сделали пару движений, проконтролировали корпус. Потом берем любой снаряд в руки. У меня есть блин, вы можете взять бутылку, ручку, что-нибудь, чтобы фиксировать руки. Угол 90 градусов вращаем. Вокруг головы. Положение в локте не меняется. 5-8 повторений в одну сторону, 5-8 в другую. Основной момент. Вы именно должны за счет движения в плече увести руки за голову. Когда мы размяли плечи, мы уже можем лечь и поделать упражнения на коврике, либо на полу, где вам комфортно. Обратите сразу внимание, как правильно лежать на животе. Мы лежим не на животе, мы напрягаем пресс. Чуть подкручиваем таз, опора идет на бедра, на ребра, пресс напряжен. Первое движение на полу. Вытягиваем руки, поднимаем руки вверх. Голова в линию с шеей, корпус не поднимаем. Сделали 8-10 повторений, потом сгибаем руки в локтях. Угол 90 градусов, локоть в линию с плечом, большой палец в потолок. За большой палец тянем руку вверх. Ваша задача собрать лопатки вместе. Начинайте упражнение с 10 повторений и следите, чтобы у вас не локти махали, а вся рука поднималась. Далее, когда у вас плечи устали, мы можем лечь на спину. Ноги комфортно либо согнуты в коленях, либо прямые. Руки также 90 градусов. Плавненько вращаем, руку тянем в полу, тянем за голову. Движение плавное, не старайтесь уронить руки, вы их должны контролировать. Делаем 10-12 повторений. Далее разворачиваемся опять на живот. Теперь мы уже подключаем к работе плеч еще и спину. Взгляд в пол, руки перед собой, тянем локти к ребрам. Также контролируем, чтобы корпус у нас не поднимался. Мы не перегружаем поясницу. Движения легкие, поэтому не забывайте дышать. Мы их делаем плавно, контролируем дыхание. Смотрите новый день, почувствуйте энергию жизни. С вами была Оксана Малых. Увидимся в новом эфире.